ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपम् रूपं तस्या गजामरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Continuing the discussion of продолжаем обсуждение храмов as tirthas, в качестве тирт, custom-built temples, особенно храмы, and India is generally like that, построенные традиционно. Just a temple, not anything else. Просто храм, не что-то еще. Для западных людей трудно представить, что это просто храм. Обычно там храмы, наверху там офисы. Конечно, в храмах могут быть офисы, но они могут находиться вокруг храма. Когда в Майяпуре первое здание построили, по-моему, это был Lotus Building. Это было просто поле открытое. Храм находился на первом этаже, и там не было других зданий, и офисы, и гостиница была в том же здании. Наверху, на первом, на втором этаже. И люди не критиковали, как вы можете жить над божествами. И купол, над храмом никто не должен жить или работать в офисе, или иметь туалеты там. Невозможно себе представить, что иметь в том же самом здании туалет вместе с храмом. Но Шрила Прабхупада был практичным. Если невозможно построить сразу несколько зданий, это занимает очень много сил, чтобы построить даже одно здание, достать денег, достать стройматериалы, построить. И это было в начале. Это была сенсация тогда. Нет, в то время это было, наверное, лучшее здание во всей Западной Бенгалии. Well, no, I mean, there was the in terms of buildings, the Victoria Memorial is there in Calcutta. Конечно, в Калькутте. В Калькутте есть хорошее здание. Но это не тирха. Это не тирха. Это красивое, например, Тадж-Махал здание. Ну, в чем смысл?
Это должен быть мавзолей. Зачем строить такое здание для гнилого тела, съеденного червями? Это на самом деле Дехатма Будхи, это дикость. Кто-то умирает, и для них строят большое здание. Конечно, говорят, что раньше там был храм Господа Шивы. Теории заговора сейчас везде, повсюду. Никто не знает точно, что там было. Храмы традиционные построены. Spiritual science, the Vastu Shastra, и духовная наука целая, Васту Шастра. Согласно с архитектурой этого храма, спроектировано согласно Васту Шастре. Мы это примерно можно это назвать это архитектурой, но это совсем другое понятие на самом деле. Веда — это знание из духовного мира. Архитектура — это наука, которая развилась из плодородного ума людей. Различные стили используются, чтобы выразить различные человеческие представления обо всем. Архитектура в этом материальном мире предназначена для того, чтобы жить комфортно в этом мире. Тогда как архитектура ведическом знании называют, что это все делается для того, чтобы мы могли жить в этом мире и выбраться из него. Вся шастра — это в этом смысле тирта. Это другое значение слова тирта — это шастра. Он помогает нам пересечь. Люди могут даже не думать, чтобы пересечь этот мир. Они думают об арте, каме. Но хотя бы там, где-то в зачатках ума, там есть мокша. У каждого ведической культуре. Особенно мимамсаки, они не признают, они не хотят иметь дело с мокшей. Но другие имеют какое-то понимание этого. Кришна прем, они не знают об этом совершенно. Читание Махапрабху дал это, и Вайшнава Ачарьи, они перед ним они дали какие-то намеки. У них было понимание, что мукти — это не просто избежать из этого мира. Мукти само по себе — это просто освобождение. Но нам нужно что-то делать в духовной реальности. Особенно служить Господу, Верховной Личности Бога. Иначе, если мы получили освобождение из тюрьмы, освободились, и нам нужно что-то делать, но из-за того, что у нас нету, мы не получили правильных наставлений, тогда мы снова совершаем преступление и попадаем в тюрьму. Люди идут в парампадам, на духовный уровень. Но если они не поклоняются Кришне, не пренебрегают поклонению лотосам стопам Господа Кришны, тогда все эти огромные усилия, несмотря на все эти усилия, и они снова падают. So the temples, they are built храмы строятся as the big temples, мы говорим о больших храмах.
And you'll know more about this than I do because you've studied all these things. Гокул Чандра, изучал этот вопрос. Is that what happened? All the others got impersonal liberation. They stopped being people. Что все другие получили имперсональное освобождение? So you've studied all this for the sake of building this temple here. But он изучал этот вопрос, чтобы построить храм здесь. Microcosm of the macrocosm. I don't know how you can translate that in Tamil. If you can, you're doing pretty good. You know how to translate that? You do. There are words for it. Good. The temple is a microcosm of the macrocosm, which is the whole universe. Этот храм — это маленькая вселенная, большой вселенной. И Господь Вишну, и согласно Сиддханте, какому мы следуем, правильное или неправильное понимание мы имеем. Installing the temple. Actually, Shiva is Parameshwara. It's a common name for Shiva. Generally, if we say Parameshwara, within India, people think of Shiva, not Krishna. Люди думают о Шиве, а не о Вишну или Кришне. So within the material world, he can be called Parameshwara because he is. Его называют Парамешвара. Not Lakshmipati. Он не Лакшмипати. Дургапати. Он Дургапати. Умапати. Или Умапати. Дургеш. Дургеш. So she is the superintendent of the material world. И Дурга, она является... Вишну, he overs, he's maintaining his little distance. Шива является... Get involved so much. Отвечает за... материальный мир. И Вишну не вовлекается в многом. Желание освобождения — это не ошибка, но это недостаток знания реальности. So the deity is there, and then there'll be the directions with the different dikpals overseeing them, and the shikha, Shikar, Meru, является гору, как представитель гору Меру или Кайлаш. It's a mountain peak. And горная вершина. Right in the Krishna Mathi in Udupi, we have Krishna Mathi in Udupi. In front of the deities at the side, we have the tortoise at the bottom of the universe. Big gajas, the elephants там, are holding up. What comes next? Слоны, которые поддерживают землю. Ананта Шеша. Sculpture? What would you call it of the universe? Как вся структура моделей вселенной прямо в храме. Но храм сам по себе очень простой. И там немного символизма по сравнению с храмами в Тамилнаду. Когда человек идет вокруг храма, он совершает парикраму, и он видит все различные аватары. Таким образом, мы обходим весь мир и контролирующего этого мира. Таким образом, это утверждается, что он не просто находится в храме, он повсюду в этом мире. Он согласился прийти сюда. Он контролирует всю Вселенную, но он милостиво согласился присутствовать здесь. Мы поклоняемся ему.
Но люди в основном не идут в храм, чтобы получить благословение, молиться, чтобы выбраться из этого мира. Но это по этой причине Господь является в этом мире. Харитарная Сунам, чтобы поднять святых людей. И вся ведическая культура предназначена для того, чтобы сделать людей саду, преданными. Когда мы ходим, приходим в храм, тогда там проходят все. Жизнь в ведической культуре помогает нам прийти к правильному пониманию. Потому что мы не предназначены жить в этом мире. Все разновидности кармы, они заканчиваются гьяной, знанием о том, что мы не должны находиться в этом мире, мы должны выбираться отсюда. И мы должны использовать возможности ведической культуры, включая храмы, о которых мы сейчас говорим. И в Южной Индии особенно храмы огромные. И различные пракары. Не одна стена, по-моему, несколько стен, особенно в Шри Рангаме, мы можем видеть семь пракарам вокруг храма. Это становится городом сам по себе. Каждая пракара подходит для того, чтобы обойти вокруг храма, и также Господь выходит вместе со своими преданными, обходит храм и наслаждается. Это просто город, получается. Входим в храм и проходим через одну стену. It's all very big also. Это тоже огромное, it's impressive. Очень впечатляющее. Это предназначено для того, чтобы впечатлить посетителей. Можно поклоняться Господу дома или в любом месте. Люди носят шалограм и проводят простую пуджу, поклонение. И они удовлетворены этим. Но большие храмы предназначены для того, чтобы впечатлить людей, чтобы дать людям понимание, что это очень важно, важное. Это не то, что побочное. Это цель нашего существования. Again, here in what's now called Tamil Nadu. Tamil Nadu. The temples, they were the центрами в смысле. Don't laugh at my poor pronunciation. Tondai Mandalam. Could you understand? Okay. Kanchi is the center of that. And Kanchi with the Kanchi two temples, two main центрами, temples. Главных храма там. Храм Господа Шивы, Экамбарешва, и Варадараджа, храм Господа Вишну. И это центр. Танджавур. Другой храм Господа Шивы. That becomes the center of the whole Chola Mandala. These names are still famous. И это центр Чола Мандала. The Pandyas, Pandya Mandalam. Center is Madurai with Meenakshi temple. Sundareshwar is also there. Meenakshi храм в Chennai. Her husband, Shiva. But it's known as Meenakshi temple. Very nice name, huh? Очень красивое имя. Глаза подобны рыбам. Не как глаза, как у рыбы, а глаза в форме рыбы. Очень красиво. Таким образом, храм, большой храм, это очень важное место. Сделается для того, чтобы впечатлить людей.
показать, что это что-то важное. На Западе мы тоже, если мы посмотрим на здания, больше, которые были построены больше много столетий назад. Есть два типа этих зданий. Это замки, в которых жили правители. Это очень усиленное, защищенное здание, чтобы они там могли защитить себя там. И другие здания — это церкви. And the churches are more beautiful, и церкви, они более красивые, потому что замки предназначены для защиты, обороны. А церкви предназначены для того, чтобы прославлять Бога. В Англии есть знаменитое здание, дом парламента. And actually, the most famous building in the biggest religious institution of the in the world, the Roman Catholic Church, is the Vatican. Римская католическая церковь, Ватикан, целый комплекс in Rome. And that was deliberately built. Сознательно построили это, чтобы sweeping Europe as противостоять протестантам, которые распространялись по всей Европе. Протестанты, они должны ненавидеть Папу Римского. В наши дни это уже не так сильно важно. Так же, как ритвики. Не то, что они должны следовать Прабхупаде, они должны также ненавидеть ИСККОН. Антипротестантское движение, это из-за этого движения они построили очень красивое здание из мрамора и с красивыми изображениями, картинами. Это очень впечатляющее для людей. И это дает такое впечатление, что это очень важно. Люди, когда идут туда, они проникаются. Это сделано для прославления Господа. Это не что-то маленькое. Это не просто функциональное здание. Чтобы построить большое здание, чтобы много людей приходило. Но также это дает впечатление, что это очень важно. Я посетил Ньюкасл, город Ньюкасл в Англии. Я не был там много лет. Я не знаю этот город особо. Я спросил президента храма в Искона. Есть кафедральный. Он показал мне, по дороге, на футбольный стадион, и он сказал, это кафедральное собрание. Да, это правда, потому что люди, они воспринимают спорт более важным, что-то более важное, чем религия. I don't know the word in Russian. You know, grimacing there. It's an ancient stadium, which was built for chariot racing. Есть колизей, который gladiator fighting. Был построен для того, чтобы проводить гладиаторские бои и entertainment. И у них тоже были развлечения. Secular activities, ancient. И в Греции тоже были большие здания, построены для развлечений. More interested in secular activities like sports, that was sign of the beginning of the end of their empire. As long as it's based on God, когда появляется здание, которое even at a very
на которых сосредоточиваются больше, которые впечатляют больше, чем религиозные здания, тогда это начало конца цивилизации. В древней цивилизации у них были боги. Они были аналогичными к полубогам в ведической культуре. Возможно, полубоги, но без... Они не имели полного понимания о том, кто они. Юпитер, Аполлон. Также дни недели тоже названы в честь богов. Когда люди стали больше быть заинтересованы в наслаждении чувств и развлечениях, тогда подношение богам, тогда это показывает начало краха цивилизации. В 20 веке, в начале 20 века антропологи заметили, что западная цивилизация, она деградирует. Есть несколько признаков, которые мы можем видеть. Одна причина. Почему британцы были готовы путешествовать по всему миру, чтобы построить цивилизацию? Образец цивилизации — это Британия. В Британии думают так. Я когда родился в Британии, я не заметил. Это очень трудно путешествовать по разным странам. Жара. И также общаться, жить посреди цивилизованных людей, нецивилизованных людей, которые не говорят по-английски. Почему они это делали? Потому что им нужно было распространить христианство. Мы приносим истинную цивилизацию. Цивилизация значит это христианство. Французы, итальянцы, русские, может быть, они там в какой-то степени цивилизованы, потому что они христиане в той или иной степени. Но так как они все больше и больше склонялись к наслаждению чувств, тогда все было потеряно. Храмы, церкви, они очень важны для того, чтобы люди могли понять важность религии. Иначе, как Шрила Прабхупада во Вриндаване, в храме Кришны Баларама, когда его только строили, кто-то спросил, смотрите, вы последовали шести госвами, которые спали под разными деревьями. Как вы тогда следуете шести госвами, если вы строите такой большой храм? Шрила Прабхупада ответил, это не для меня, это для вас. Если бы я сидел под деревом, вы бы не пришли ко мне и не слушали бы меня. И вы не будете слушать меня, если у меня нету большого храма. Когда Шрила Прабхупада посетил Гонконг, и Пуриджан Прабху проповедовал там, это в очень трудных условиях. Он арендовал самое дорогое свит in the most important or most expensive hotel. I think it was the Hilton Hotel in Hong Kong. Комнату, дорогую комнату. Very, very costly.
в отеле, в другом отеле. Когда Шрила Прабхупада приехал, он позвал репортеров, чтобы те увидели Прабхупаду. И один из репортеров, он спросил: вы проповедуете против материализма, но вы остановились в очень дорогих апартаментах. Как это вообще совместило? Шрила Прабхупада ответил: я могу оставаться где угодно. Если бы меня не было здесь, вы бы меня не увидели, не пришли увидеть меня. И они поняли, это правда. Они поняли, они бы не пришли, если бы их пригласили в какой-нибудь бедный апартаменты. Но они увидели: о, это очень богатые апартаменты. То это значит что-то важное. Шрила Прабхупада не стал более важным, останавливаясь в больших апартаментах. В 65-66, когда он бродил по улицам, и он не был чем-то меньшим по сравнению с тем, когда он поставил ачарьем всего мира. Но Шрила Прабхупада использовал эту возможность, чтобы впечатлить людей, чтобы они понимали, что это что-то важное. So the and then I was talking about the Mahatmyas and the temples in the south. Говорим Махатмиас, Махатми, Тала Пурана. Это называется Стала Пурана. They may also include the story. Там включены истории, как построили этот храм. Стала Пурана. И время от времени пополняют, как Господь пришел туда, как построили этот храм, кто помогал, какие цари помогали. Я помню первый раз, когда я приехал в Шри-Рангам, где-то в 90-м году. И я когда проходил через Раджа-Гопурам, который только-только построили. И я был очень удивлен там, увидеть там магазины, обычные магазины внутри храма. И когда мы проходим, первое, что мы чувствуем сразу, это запах кофе. Там сразу рядом со входом кофейный магазин, кофейня, и там все брахманы не пьют этот кофе. Я был очень удивлен. И мы проходим дальше, там еще больше магазинов. Конечно, не алкоголь и не мясо, но различные вещи. В святых местах можем увидеть магазины, которые продают картины, книги о божествах. И гирлянды для продвижения. Но там обычные магазины. Магазины одежды, продуктовые. So I was surprised by that. Я был очень удивлен. Later I understood that. Но потом позднее я понял. This is Ranganath Swami's place. Это место Ранганата Свами. Live there. И это люди, которые живут здесь. И это целый город. He's the boss in the town, and the people are living their normal lives. И люди живут здесь обычной жизнью. Прямо в центре. Конечно, там будут магазины. Если мы отправимся в Айодхью во времена Дашарадхи и Господа Рамы, и там было очень много торговцев, это необходимо для города. В чем разница между Айодхьей или Шри-Рангом? А там ставят Господа в центр. Это его дом, он же... He sleeps there, he bathes there, he receives guests. He has his... He's a big important man, of course, the most important. So he has his... He's the king, so the astrologer comes daily and reads out. Рама живет в этом храме. The descendants of... Sri Rangam.
явивший рангами. Господь живет там, спит там, принимает омовение, принимает подношение и гостей. И он выглядит как, это выглядит как обычный человек. Обычная личность. Он живет среди нас. Это в контрасте находится с святыми местами, которые очень трудно достичь. Нужно и пересечь горы. Но храм, и наоборот, храмы, которые построены в больших городах, очень трудно, очень легко в них попасть. You may not get such a facility as if you're living. Даже на небеса мы можем не получить такую возможность. Если храм находится в городе, тогда люди, жители города могут посещать его. Когда Шрила Прабхупада основал храм в Джуху, в Мумбаи, там было очень много вайшнава. But the main population were Gujaratis, or в основном жили там гуджарати, преданные Шринаджи. And Marathis, также Марати, who, thanks to Lokmanya Tilak, think that their most important deity is Ganesh. Otherwise, they're mostly worshippers of. Они последовали Лакмани Тилака и думают, что сам Пандарапо, Витал. Главное это Ганеш. And others are there also then, yeah, everywhere. Но они преданы Витала, Панду Витала. В то время в основном гуджарати и марати жили там. Гуджарати обычно не строят большие храмы в традиции Валабхи Ачари. И Пандапур тоже там не очень большой храм. У них нет этой традиции больших храмов. Шрила Прабхупада построил большой храм, чтобы все могли прийти и поклоняться там. Конечно, люди до сих пор едут в Надвару, но им не нужно отправляться. Они могут раз в год ехать туда. И они могут каждую неделю приходить в храм. Я Шрила Прабхупада установил божество Гаурани Тай, Рама, Сидарам, Лакшман Хануман, и получать даршан. Харе Кришна. Vaishnavebhyo namo namaha. His Holiness Bhaktivikas Swami Maharaj ki jai.